Всем привет, получил кроссовочки Puma. Обошлись они мне с доставкой до 45 долларов. Вот так выглядит модель. Модель сама по себе выглядит неплохо. Черные — это замшевые вставочки. Замш довольно неплохого качества, мягенький такой, не дубовый, хороший, мягкий. Сетка хорошая такая, что не прорвется вот здесь на сгибах, такая плотная, даже не сетка, такой материал, такая ткань. Шнурки такие какие-то промасленные, похожи на угевские, как в уге. Шнурочки хорошие, шнурочки. Триномик в пятке установлен, я так понимаю, только в пятке. Сзади они смотрятся вот так вот. Сами по себе смотрятся неплохо. Но один существенный минус. Когда я их обуваю, они у меня заваливаются. Ну, у меня нога ровное положение. Может, с того, кого нога будет наружу валиться, они в него будут нормально. У меня нога в них заваливается носком немного вовнутрь. Вот так вот. Из-за этого мне не сильно понравилось. Ну, это дело каждого, кому как. Внутри материалы обычные. Это такая более простая модель. Ничего, недорогая какая-то. Язычок, размер соответствует. Сделаны в Китае. Размер соответствует. Стелька 28. Ни мало мерят, ни больше мерят. Четко идут в размер. Стелечка здесь съемная, типа ортхолайта, или я не знаю, какой-то материал похожий на ортхолайт. Такая снизу промазанная клеем, ну, в принципе, снимается. А сами по себе сделаны, конечно, довольно качественно. Нигде следов клея нет, везде все качественно, аккуратно сделано. Ну, Puma, в принципе, они на высоте, они всегда делают аккуратно. Мне это нравится. И они, конечно, по цене дешевле Адидасов. Из-за этого они, конечно, выигрывают. Качество неплохое, а цена дешевле Адидас. Но я думаю, как по носке они будут реально хорошо носиться. Вставки замши, сетка, материал плотный. Подметка из износостойка. Я думаю, она быстро не сотрется. Плотная. Что, я думаю, кроссовки сами по себе долго играющие, надолго их хватит. И, в принципе, по цене они замечательные. Это, я вам скажу, не базарное говно. Это так, что всего доброго, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Кому понравилось, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.